Большой анонс уже вне фестиваля Юргенсона. 17 апреля в субботу в 19:00 в зале Дома Гоголя на Никитском бульваре, дом 7, состоится концерт с очень оригинальной и злободневной тематикой и программой — музыкальная вакцинация, иммерсивное шоу для виолончели и фортепиано. Музыкальная вакцинация. Пожалуйста, милости просим. В том числе произведения композиторов-юбиляров сезона — Петра Ильича Чайковского, Антонина Дворжика, Дмитрия Шостаковича и Сергея Сергеевича Прокофьева. До новых творческих встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Кто интересуется, пожалуйста, пожалуйста, прощайте. Ну, надо тогда, чтобы я вот записал в 2 часа. Ну.
Ты... Да, все, сейчас я все собираю. Сейчас я скажу. Нажать там красную кнопку. Нет, по-моему, вот это. Еще интереснее, да, там у нас прямо иммерсивное шоу. Спасибо большое. Все, до новых встреч, до свидания. До свидания, до свидания.